Для жителей поселка Ворошиловка открытие этого детского сада имеет огромное значение, ведь раньше его здесь не было вообще. Теперь же у людей появилось дошкольное учреждение, рассчитанное на 160 мест. А значит, в ближайшее время поселок будет обеспечен местами для детей от 2 до 7 лет. В торжественном открытии сада «Акварелька» приняли участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев, представители регионального правительства, администрации Рязани, городской думы, воспитатели, дети и родители. В рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие населенных пунктов» на строительство и оснащение акварельки было потрачено 74 миллиона рублей из областного бюджета и почти 16 миллионов из городского. Группы и игровые зоны садика полностью оборудованы в акварельке, есть музыкальные и спортивные залы, современная прачечная, пищеблок, медицинский пункт и игровые площадки с мягким покрытием на улице. Здесь много всего предусмотрено, и шикарный пищеблок, и медблок, и шикарные детские участки. У нас вот еще оборудование подвозится, то есть мы будем, конечно, как конфетка, скажем так. К открытию сада подготовили 8 групп, 5 из которых для общего развития и 3 группы для детей с нарушением речи. Полностью подобран педагогический состав, обслуживающий персонал будет набираться по ходу работы.